Всем привет, ребят! С вами снова я, Лиза Шибина. И сегодня вместе с вами я сейчас буду делать уже третий мейкап. Но для начала я нанесу масочку от соды. Сейчас я все расскажу про нее и покажу. Поехали! Итак, ребят, сейчас мы берем... Нет, стой, не тыкай! Итак, ребят, сейчас мне вам будут помогать наносить масочку. Также, что есть какая-то консистенция вот этой маски. Все. Вкусная. Тебе не предлагали ее кушать? Я имею в виду, что она вкусно пахнет. Вот. Короче, ребят, то, что находится вот эта консистенция в маске, то, что еще останется у вас в пакетике или потом на лице, вы можете нанести на руку, на вот эту вот сторону, увлажнить руку. То есть сейчас такое время года, погода такая, когда, ну, как она называется? Ветреная. Да, ветреная. Вот, видите, мне мама наносит сейчас. Это потом еще увлажняется и все. Хорошо. А также, ребята, после того, как вы уже сняли маску и уже наносите там тональную основу, все, что надо, все кремы, и это все ложится намного лучше. Сейчас я смешаю и намажу все свои недостатки на лице. Смешиваем также Cremax Factor, тональную основу от NYX, наносим на спончик, рассушевываем, замазываем все, что не надо. Увлажнительно замазала, но все же. Сейчас я хочу взять консилер. Консилеры бывают вообще жидкие, кремовые, самые разные, в принципе. Также нанесла уже консилер, как вы видите, в принципе. Вот сейчас я что я беру? Тру, наверное. В принципе, пудры особо много не надо. Дальше беру.
Что мне беру? Хайлайт. Наверное, скорее всего, вот этот вот оттеночек. Так, вот сюда наношу. Я все испортила. Сейчас я беру и наношу тени. Так, ребята, сейчас я беру с вами тени. Берем вот эти светленькие. Особо много. А кончик у меня будет вот этим цветом. Сейчас я делаю так со вторым глазом, потом немного растушую. Примерно вот так получились у меня тени. Дальше что где? Дальше беру. Ссылки я нанесла тоже. Я расчесываю реснички, укладываю их, так сказать. Потом я беру уже другую, такую вот кисточку. Так. Потом я беру вот это вот и расчесываю брови. Брови я сегодня делать не буду, так как не очень хочу. Вот. В принципе, мой макияж готов. А также, ребята, есть такая небольшая фишка. Мы берем с вами хайлайтер, берем сухую кисточку
берем, например, такой оттеночек и вбиваем в губы. Это придает блеск нашим губам. И вообще они хорошо будут выглядеть. Обязательно ставьте лайки, нажимайте на подписочку, на колокольчик, оставляйте комментарии. На этом у меня все, поэтому всем пока!